Что массокротки не под големов, нахуй? И зарьём. Лапку друль. Друль. Алло. Да забыл купить этот шипалист. Нету регов? Да, регов нет. Поставь дживса, Серега. Я, если что, дживса оставлю, мы потом. Покупайте, починитесь, он джив стоит. Давайте чек на баф. Нет, куда там. Да запускай пока по пизде там. Ставим метку на. Пару огня, тыкните. Или можно тотем. Тыкни туда тотем. От огня? Да. В лужах, короче, не стоим. Со снобальдом мили зону под жопу. Снобальда сразу сливаем. В лужах не докастуем, сразу выходим. Я запустил вроде уже фичу запустил. Никто не запустил. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Кто будет под кислотным дебафом, под кислотный квадратик это разморозить. Кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Не рассоситесь, кастеры, не стойте в одном месте, чтобы лужа, блядь, не кидалась. Места хватает. В конце, когда дотанчит он этого босса, дашь по нему боб. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Забирай. В лужах не стоим, не докастовываем. Сразу выходим. Лишний урон не получается. Снобальда. Снобальда уедьте по фасту. На хиле Снобальда. Так, на мне Снобальд. На ком Снобальд Мелизона под жопу. Мили, приз. Снобальда добили, уходи, потом это не пускай. Сейчас босса добьем, боб по нему дашь, хилы там садитесь, поешьте, блядь. Время там будет секунды. Ману отъедет. Читать это.
все бы понял. Смотри аккуратно там на Синка. Там лужа будет, надо будет отвести чуть-чуть. По кислотной играем сейчас. Бейл, давай, по кислотной. На полу дается. Забери, забери вторую. По кислотной играем. Подбежали, разморозили с него. Аккуратно только перед лицом не стоим. Танка, танка на фу. Больше ДПС кислот, значит, вообще мало заехали. На разморозях есть дебаф? Нету. На сон дебаф. Разморозься на ком-то. На ком сейчас будет от жуткой дебаф разморозится. Не, заблевала. Она еще появилась, хуже не знаю. Угу. Спекнись, наверное, в этого танка. Давай ее потащить сперва, босс, потом спекнешься просто. Сейчас рыбу ставлю. Могу в ДЦ-шку спекнуться. Пока смысл, понимаешь, как сейчас заморозило и все, пиздец. Ну, я все равно. Что, мне в Лиму или в Хиле оставаться? В Хиле. Вы сейчас с Холи перестал вдвоем хилиться. Так, пристабал дал. Давай касочки. Хотя, может, смотри, у тебя апнутые кулаки, да, в протике? Раздавай кулаки им по 5, а я раздам каски 8%. А, ну все тогда. Давайте чек. Двое, что там? Еще не готово. Готов? Я запускаю. Тогда забираешь кислотную. Ты тогда ДК забираешь жуткую. Накинется на тебя кислотный бабл. И бабл сразу снимаешь. Можешь макро сделать, может, есть макро. 4 стака делать. Слушай, выходите сразу с огня. Войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более... Размораживаться, тогда подбегайте к квадратику. Жутко удержишь. Посмотришь, если что, они видишь, там медленно бегут, то, блядь, подбеги к ним. Заморозишь меня. Не заморозило. Был призван Гормак, пронзающий Бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2. Догадывай. Аккуратно, не горим. Служи, шаман. Сноуболь. Фищу прохилься.
по УХП, блин. Хант. Снобль. На Рест в Шамане. Убейте Снобля. Сразу уходи оттуда с Мелизоны. Уже. Снобль. Метку пускаю. Там на ком стаков не будет, то что это был. На ком, точнее, стаки будут. Если не себе, там, то себе да или надо. Ну все, садитесь, ешьте, пока время есть. Сейчас кислотную забираем, играем в кислотную. Жутко уводишь. Размораживаться. А размораживаться мы бегаем квадрату. Только разверни от рейда, пожалуйста. Не стойте там. Кислотную играем, давай, Бэл. Ренжу наберите, не стойте в куче, чтобы прыгнуло хотя бы в одного-двух, а не во всех. Танка на фул. Длинить. Так, шаман, подойди к квадратику. Квадратику, квадратику. Помоги ему, слышишь, разморозиться, даю гимн на хп. Хули при сейчас заморозишься. Танк разморозил. Танк бал можно. Жуткую, жуткую, жуткую забери. Жуткую забери. Потом сразу, чтобы она не блеванула в рейд, жуткую тебе разворачивай. Добиваем кислотную. Все, сейчас добиваем кислотную. Когда жутку будем бить, смотрите за дебафом. Рэнджу, рэнджу, рэнджу держите. У него есть это. Сидите по жуткой. Да. Оазис прохилите. Оазис, точнее. Рэнджу. Хилимся. Перед лицом не стоим ей. Сзади игрокам. Ну, отведет ДКшка. Дай инфиейнер. По хил от бога. Потом эту ауру. Это льда. Обезьяна будет разбег делать, убирать с тотема и за пэтами следить, чтобы она в пэтов не в тотемы не ударялась. Фрост ауру забери. Можешь мастерку прожать под дыхание вон. А, блядь, точно. Забыл. Точно. В протике, блядь. Ну, можешь массах откинуть, даже жараткость. Но он что-то в последнее время багается, я заметил.
Так, на кого? Так, бежит на инфи. От инфи бежали. Инфи прохилился. Так, на инфи бежит, от инфи отбежали. Так, что-то ДБМ забагался, непонятно, вижу. В кого ударился? В тотем? Нет? Креста. Креста. Не надо БР, так добьем. Странно как-то шатнуло, блядь. Обычно не убивает. Так, новый добежит. Жаль. Все, давайте добьем его. Резать хило от бога. Так, палец. РПБ хас, блядь. Да, спикайся. Хотя, блядь, хз, тут же големы не бафаются. Ой, точнее, не банятся локом, блядь. Так, скипетр, блядь. Блять, ну давай попробуем. Пускай они тогда хилят. Пристабавдан, рыба обновлю. Так, поешь рыбу. Найти вообще все. Череп прохиливаем. О, точнее, да, череп прохиливаем, крест вносим, лужу. Вернешь там, если что, голема. Если что, гимн ХП дам. Метки поставлю на големах, надо будет залиться. Давайте чек на бафчик на пол. Что, еще раз череп прохиливаем, да? Череп, да, захилить надо. Крестик это уже. Ее вынести надо будет. В миллизоне, самое главное, не разлить. Запускаем. Ну, если что, готовьтесь к бою. По голему моментально надо будет сыграть. Так, стак я попоржу, босс. Мага нету, ладно. Рейнджу касты босса сбиваем. Боссу касты. А, ты посидишь на костах, короче. И варчик там. ДКшка тоже может поспевать танка. В центре танчишь. Играем тупо в босса, баб этих не трогаем. Ничьи склеивают. К ритуалу призыва. Когда я закончу...
ночью появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Да, СС, Серега, знаешь, на кого? На... Шаман, есть же крест, да? Угу. Да, СС, тогда по хил от бога. Ага, получилось! Трепещи, перечи! Кастубусы не забывай убивать. Перед вами Шарацус, эретарский повелитель пылающего легиона. Так, бабу, забери сразу. Череп захильте. Не прохилили череп. Взорвался черепом. Кстати, украл. Подойди ближе того, Серега. Тут вулкан будет, блядь. Сюда, чтобы хилы тебя доставали. Глужу. Череп прохил. Беляра прохил ханта. Захильте, чтобы не взорвался просто. Захилит, а? Все, отлично. Тогда просто был далеко. Не вытянуться было до него. Так, вулкан, первого фиряешь, метки ставлю. Сейчас попробую забанить. Попробуй, но я думаю, не понять. Геру не надо? Давай, БЛ, давай, БЛ. Надо по големам сыграть. Давай, давай. Я поставил метку, Сыграли по фасту. Даю гимн на хп. Следующую метку поставил, убили следующую метку. Косты босса не забываем сбивать. Следующую метку сыграли, последний голем. Хил от бога прохилил сам себя. Мы же показали Софа, что они банились нам. Да, блядь. Забей нахуй, там боящие сидят. Нахуй один тему создал, нахуй другие, блядь. Босса тупо доигрываешь. Захильте череп. Череп прохил. Тут в два пала, но вообще 25-ки, да, тоже два пала, хуйщи. Босс отыграл. Косты, 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 косты. Так, до инферналов 14 секунд, давай целям. Тысяч играем, тупо босс убиваем. Шея на хиловская, МП5. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Так, кинжал. Вы выпустили повелителя демона? Чё там? На воинов Орды? Кто там умер? Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с... Ну так он же это, ловкость уносливость. Никакого заговора здесь. Давайте почти торды, идите, я запущу. На книжник заигрался и поплатился за это. Сейчас Адам Хант. Турнир продолжается.
следующем бою вы встретитесь с лучшими рыцарями Серебряного. Так, сейчас говорим о ПВП сыграем, блядь, не будем там ничего делать. Где-то, давай. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Так, подиспалить надо. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Похилаем хулипал. И так, получается, забираешь рогу и забираешь декан. Со стороны дверей, короче. Мы тогда с другой стороны пошли. Ака, грипнешь тогда мага. Первого мага заливаем. Косты можно локу позбивать. Пофирять, блядь, у нас фира хватает. Щеглимо ПВП. Давайте чек. Не, он был оттуда, от дверей. С той стороны. Ну, можешь и так, по сути. Без разницы. Что там? Ака тут? Все, все готовы, пуляй. Давай, грипай сюда, мага, ты второй раз грипай. Контроллер раздайте, там пофиряется. Точечно заливаем, точечно. Никакого АУЕ. Фичу предоставлю. Мага, мага, мага. Там. Че, в губу не уйдет? Нет. Потом по локу играем сразу. Да, он здесь спал. Потом пороги играть. Поставим метку череп. Все, потом ДКшку попала фирма. Кашку потом играется. Ты ДК вообще не вижу. Встал. Бабл здесь спалить надо будет. Если юзин, конечно, бабл.
попал в толпу. Бля, мне кажется, если бы каждого по 4-3-4 было, то бы эти чемпы вообще еще быстрее бы развалились. Хуйня скоро и ВК выйдет. Или не взимет. Ну ебать, фитиш. Две триники, блядь, нормально. Так, тринька кастерская. Фитиш. Если никому не надо, можно на шипы порулить. Роль ценов. Все, хил от бога получилось. И тринька нахила. Вот за этот холи престол будет. Так, в одного танчить будешь? Сейчас я запущу. Надеюсь, два хила справитесь. Ну, хоть смотри, тут зависит все, как сферы едут. Если три сферы, блядь, въезжают в рейд нахуй, то там шотает просто. Там не прохиливается. Черное берите все. Сейчас метки так тыкнул. Так, давайте чек на пум. Так, поставлю метки на этих, бьем череп, как скажу, надо свечиться, будет в крест. Так, Ака, собьешь каст, если что. Ну или кто там, в каст, или как он называется, договор, короче, что там такое каст, блядь. Под конец сбиваем. Сбивать лучше все, но под конец только каста. Что, блядь, один раз я меня миса научил, нахуй, не спил. Давайте чек еще раз. Сначала дайте ему поставить, не бейте на пула, дайте. Все, все готовы, иди пулей. Ближе пусти. Да, ближе можешь подвести. Вот так вот, да. Агро, агро, агро. Фища, раскол нажми. Вчера. Блять, тоже. Это Йоман меня наебывает просто. Лучше рано, чем, блядь. Потом, блядь. Так, что у нас? Продолжаем бить. Продолжаем бить. Каст под конец забить. Каст под конец. Сбивайте. Угу. Я что говорю? Дай ему инфи бэр. Бэр пофич. Что его он даже не загорелся? Инфи, дай БР пофич. Семечки нету, прошу прощения. Ладно, да у меня спек на этого. Продолжаем бить, продолжаем бить так же. Хил от бога пофич. За другая игра, вот и первый символ, который ставил, это нарез, блядь. Ну там же можно поставить. Ну, у меня на других спеках двух стоит, а вот здесь что-то. Ну, смотри, по-моему, ну ты серьезно, блядь, сорваешь, нахуй. Говорю, раскол нажми. Как бы не понял, нахуй.
Так, поменяли цвет, в крестик играем. Поменяли цвет, в крестик играем. Крест играем. Сейчас аккуратно черный не ловим. Да и гимн ХП. Вовремя, вовремя. Перебегаем туда, перевозиться. Подмитеры сейчас порыпают. Давай, хило бога. Вставать или нет? Продолжаем бить. Вставай, вставай, конечно, вставай. Если крест есть, вставай. Кас под конец бьется. Падает, падает. Спикни свой ты этого хулипал. Проще зато, блядь. Будет все захиливаться. Видишь, черный влетает, блядь. Ставлю рыбу хавать сразу. А что, можете Джуса еще поставить? Сейчас, Стефан Джуса. Купи сразу Риги. Спекнулся, холик? Фича тут, Сергей? Угу. Так, я запускаю. Ешьте пока. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Ты не спекнулся, холик? Ой. Жуткие валькиры, а крылатые вестницы короля лича. По цвету все так же берем. Друлька баф вижу. Нормально. Так, метки поставлю на боссов тоже все. Так, чек сделаю. Сверху не забудь взять так. Шаман. Шаман. Все, все готовы, иди пуляй. Никто сначала не урывается, дайте вам подвести, поставить на пол, дайте. Хуйня. Серега, я скажу, если что, нажмешь раскол. Я тебе скажу, хочу. Можешь вливаться уже нормально. Так, способность кровить. Продолжаем бить. Каст под конец сбиваем. Приз, подойди ближе, шипоны. Прилетал. Стан в оффлейн. Продолжаем бить, никто ничего не меняет. По черепу, да.
Что за бред ДБМ пишет? Дерсер, блядь, 45-44 секунды. Всех против. Жесть какая-то. Так, способность. Светлую воронку взяли, в крест играем. Светлую играем, в крест играем. Точнее, станься. Чтобы черные не ловить. Будем на ту сторону перебегать, черные не ловим. Скажу, когда перебегаем. Может. Так, трешку не снимем за 15 секунд. Давайте переведем туда. Аккуратно, черный не ловим. Так, я скажу, что дальше сейчас способность. Все. А, нет, стоп. Да, все, продолжаем бить нормально. Касса надо будет бить. Конец. Секунд лям добить. Еще 15 секунд успеваю. Запускай свой Серега сразу на бы. Так, меч трепет. Че тут двуручный? Все еще сомневаюсь. Блять, ну и рол у вас. Так. Роллы, конечно, вас знаю. Спасибо. Так, свои тапки. Ну да, если они двоем выхилят на третьей фазе, то нормально. Хилан был. Ты запустил его? Да. Все, туда и нормально. Ветки поубираю. Что там молчит? Не, сейчас пока запустится, пока это. Да. Вот слышно, хули пристава, какие лучшие тапки. Вот эти, которые я забрал или которые сейчас у меня стоят. Спрашивают, РТ будет или нет. Где? На стойке, где мы сейчас. Нет такого испытания, которое мы не могли пройти сообща. О, в слезах. Будет тебе такое испытание. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Мою империю. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Давайте никто ж не умирал еще. Бегу. Хантер, забьешь сверху на Дануба. Дальше там подбежишь, поразбиваешь. На третьей фазе. Рейд на 30% танка на фул. Держится. Если что, жучка, но за шаг лишь привезти быстрее.
Так, давайте подходить. Ой, тут. Все отлично. Так, а Армс же может, да, там на минус от хил, по-моему. Да. Где-то корик. Все туда. Потому что у нас роги нету без яд. Давайте чек. Ака, что там все? Все, все готовы. Ну я не знаю, появится у вас ДБМ пул, блядь мой. Сейчас еще мобов тут. 5, 4, 3. Есть ДКшка? 1. Нет, ладно, давай тогда. Да не бейте этих мобов. Чего ты? Блять. Сейчас мы бада бить этого нахуй. Давай, короче, 3, 2, 1, пуляй. Серега, смотри за игру. Жучка грибнешь к себе, под себя. Лужу, лужу, хант. Лужа. Угу, заводи, сзади лужа упала. Жучка гриб, играем через клиф его. Через клиф. Криво, криво поставлю. На лужу. Паном больше поставить. Мужика гриппой. Идет, кстати, метку поставлю сейчас. Черик. Хант, иди уже лужу подбивай. Танка на фум. Держим. Да, жука добили. Жука добили. Все отлично. Смотрим на кого шипы. Милики мелкие тоже заливаются, стан танк их вообще не трогай. Кстати. Меня-то идите. Угу. Вижу. Так, хант на лужу. Тут еще одну подобью. Брата смотрим. Мелкие заливаем и собираем их. Там разбить надо. На лужу, если что. Сейчас призы должен вырваться. Все, ставь его на лужу, он там скрывает сразу лужу. На ком мелкий трэш под босса. Жук идет, гриб пришел. Жука через клиф. Так, жука через клиф убиваем. Больше пану буду поседать. Фича, на раскол нажми. Когда? Жука. Смотри, там деталь. Так. Жуку больше ДПС сейчас я подобил уже. Жука добейся. Смотрим на ком шипы. Сколько бобка да еще? Все, не подбивайте, тут хватает. Головой 4 лучше. Аккуратно на шипы не набить.
Свиной охлоток, исход вожжок. Так. С мелких, мелких убиваем. Соня! Достал. Аккуратно, шипы смотрите. Сейчас на кого? Мелких, 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 заливайте мелких. Забегай на эту лужу, он вырыться должен. Беги, малышка, беги! Все, заводи на лужу. С мелкими под босса. Кто там, на ком мелкий? Нет. Человека в ДК. Да, вообще так. Самое главное, что жив. А по-моему, десятки не взрываются. Лобби. Что я ни разу, блядь, не видел такое. Сколько доберешься? Сколько доберешься? 4 минуты. Нормально еще один раз сказать, пальцы переведем есть. Хватает лучше у нас. Домажем пока что. На третьей фазе стамина снимите себя. Рейд на 30, напомню. Танка на пол держим. Сверки подобью. Так, он тут пока хватает. Вон там вон, можно его убить. Милики мелких заливайте, РДД и хилы, блядь, не трогайте мелких, чтобы на вас не стакалась эта хуйня. Давай, давай, на лужу, на лужу, на лужу, на лужу, кот, кот, на лужу, на лужу, на лужу, на лужу, успей, нормально. Вон там сейчас разобью еще одно и все. Отлично. Да, может, уходите от него, уходите от него вообще. Видите, если шипы к озеру идут, то вы убегаете в противоположную сторону. Смотрите, одна сфера осталась. Он сейчас вырыться должен. А нет, две. Да, нету было. А, все, заебись, давай один на лужу. А Геру не надо давать, да? Сейчас переведем, дадим БЛ. С мелкими бомаби, мамаби, блять, мамаби, короче, под боссом. Может, троить нахуй. Жука этого давайте зальем, гриппой жука. Сейчас этого жука заливаем, переводим босс. Жука больше ДПС, дайте. Пул ДПС жука. Заведите мелкого под анубу. Все фазы, все под жопу. Я аж за шахту нанимаю. Шахту кину. Бэллу перевозим. Давай Бэл, сюда. Все. Так, стамину снимите. Рейд на 30, танка на фул. На танка поставлю метку. Квадратик. Так, дом Ким на ману. Килан. Поднимите рейд чуть-чуть. Танка, главное не уронить. Так, лям добиваем. Даю гим на хп. Рейд помягче. Подхилься хилобан. Угу.
Так, что там? Поезд, блядь. Хуйта, короче. Не надо? Цена 300. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Так. Такая пуха на пистоле. Самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Так. Блять. Приступ сегодня вообще полуто, пиздец, конечно. Почему я на пистоле не пошел? Да похуй потом сейчас.